Заказ по чару Аванды, Таиланд. Заказ я закрывала зимой, но заказчиков не было, поэтому я все привозила, все растения в наличии. И покажу каждого сорта Аванды. Благо есть фотографии каждого сорта. Вот в каждом судочке каждый сорт. Вот если вот Аванда такая, они примерно все вот такие Авандочки будут. Так, вот такой вот сорт. Вот такие. Вот это размер четверки Аванды. Все Авандочки, все взрослые. Вот такой вот красивый сорт. Но здесь вот бирочки нет, вот здесь вот такой. Это, кстати, черный сорт Аванды. Так, желтая Аванда вот такая вот. А мокрые они обработаны от гнили и келпаком обработаны антистрессом. Вот Терепон пинг, оранжевая. Так, буду переворачивать, где не видно. Вот такие вот шикарные корни у всех. Вот такой вот сорт. Вот это прям громадина пришла, просто монстр. Вот на руке. Вот такой вот сорт. Красный вот такой вот сорт, красивый. Вот. Вот эти вандочки, все с цветоносом пришли. Тоже очень мощные, большие растения. Ну, попробую так вот снять. Вот такие вот. Так, перейдем на эту часть. Вот такие вот. Красивый сорт. Вот это вот я называю молодые ванды, они взрослые, все с остатками цветоносов ванды. Даже вот такой вот сорт можно видеть, просто тоже остаток цветоноса, тоже очень красивый сорт. Так, по-моему, некрасивых сортов не бывает, вот этот темный красивый сорт. Вот такой вот сорт. Вот это вот клеточка розовая, не знаю, как на камере будет видно. Вот такой вот сорт, это сиреневая. Вот такая вот красавица. Вот такие вот красивые леопардовые. А тесселата. Сколько лет получаю тесселаты? Это ароматные ванды. Никогда я не получала в таком качестве. Вот сколько лет. Так, вот здесь вот такой сорт. Здесь тоже без фотографии. Вот такой вот. Это желтая. Желтая с белым будет. То есть белое основание и желтый низ. Очень красивый сорт. Редко сколько раз я получаю. Вот это семиальбовые. Они очень нежные сорта. Папаван. Тоже красивый сорт. Да. Все с остатками цветоносиков. Так, вот этот сорт. Тоже вот этот сорт. Размер четверка. Пачара Делайт. Самый востребованный сорт. И можно тоже видеть все остатки цветоносов. Перейду на эту часть. Чантара. Вот такая вот. Большие, красивые. Еще один леопардовый красавец. Вот такой вот сорт. Яна Блю. Вот. Маргарита Льюс. Вот такая вот. И вот этот сорт. Тоже невероятно красивый сорт. Вот такая вот ванда. И вот такие вот сами растения. Ну, вот такой вот обзор по заказу по чару.